коля дрожу, как звезды под небеси, и вновь горит ее душа, ранимая, как песня. Зачем небо щетило? Зачем ты не спасла смерть? Той, что жизнь так любила. Она не из того жила, перенеся удары, чтоб каждый раз горев дотла, другим пылать пожаром. Но в сердце боль, а в горле крик, зовущий вновь кого-то. Но жизнь ее прекрасный миг свободного. Тамара, есть вот в ваших грузинских обычаях что-то особенное, вот встреча Нового года, традиции какие-то интересные? Ну, пожалуй, есть одна особенность. Это только на Новый год распространяется. Знаете, кто войдет в твой дом в Перм в Новом году, этот человек называется Мекуле. Это что значит? Ну, Куале – это по-грузински след. Это человек, который войдет к тебе дома на Новый год, тот оставляет свой след. Ну, по-русски, легкая рука, что ли. Ну, это да. Легкая нога. Да, да. Если можно, легкая нога. И всегда самых добрых людей хотят принимать, чтобы они первые, там, ну, 5 минут первого, например, после 12, открыли и вошли в их дом. И к кому больше всего доверяют, что он доброжелатель, вот того человека, значит, назначают, так сказать, на этот, я бы сказала, очень серьезный и гуманный пост, как сказал Георгий Мекуле. Да, и очень-очень, знаете, четко хотят именно знать, что это настоящий друг семьи, настоящий. Вот моя мама всегда без 5-12 выгоняла меня из дому, и как 12, ну, я входил в свой дом, к маме, к отцу, когда он был жив, со сладким, конечно, да. И поздравлять со семьей Новый год. И как-то случилось, когда мы с Тамарой поженились, тот год, я первый Новый год наш, я делал центральную новогоднюю программу грузинского телевидения, и мне пришлось Новый год встречать на работу, потому что надо было прямое включение праздничного фейерверка ПТСом из центральной площади, все, и мне не пришлось. И я как пришел, Тамара и моя мама сладкое там положили мне за порогом. И я вошел, и как обычно, вообще поздравил Новый год со своей семьей. И вот так, это такой обычай, и, знаете, я хочу пожелать, что тамичам, всем жителям, труженикам Томской области, что вот Мекуле для них в Новом году, что был бы истинный, настоящий, добрый, красивый друг, и что принес бы он обязательно счастья и добра всем этим семьям. С Новым годом я хочу, вот мы с Тамарой хотим поздравить тамичам.
До мечей с Новым годом. Мы вас тоже поздравляем с Новым годом. И по-грузински скажем. Килоцавт ахацелс, мегоблемо. Лошадку жизнь пришпоря, торопится ездок. От счастья и от горя мы все на волосок. Отрада нас морочит, и ластится, и льнет. Стригорба пророчит, и вскоре увильнет. Как бичом, тот опыт не поможет, тут навык ни при чем. Решай головоломку, как одолеть напасть. Ты подстели соломку, чтобы больно не упасть. Дай ра 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 ра. За повод, схлестнись своей судьбой, не дай невзгодам повод обвыкнуться с тобой. Что там еще случится, не думай, не гадай, но лишь ожесточиться душе не позволяй. Дай-ра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 -